надо принимать. Александр Георгиевич. Патриоты все такие уверены, здоровы, не по годам, сколько приезжали все время, 14-летние, там уже такие дяди. Солнце, да, солнце, гормоны. Ну, нет, я был в Грузии. Поехали. Здоровы. Добрый вечер, уважаемые друзья. Время 21 час 40 минут. Начало второго сета. Встречается Александр Георг Мандма в розовой футболке, в синих шортах. Эстония играет против Евгения Филиппа в России. Первый сет. Евгений проиграл. Первый сет Евгений проиграл. Причем, как мне сказали, по ходу вел 5-2. Ну, видимо, что-то пошло не так. Во втором сете Женя пока что ведет со счетом 2-1. Подает соперник. По-взрослому играет Мандма, крепкий парень, с одноручным бэкхендом, очень четко входит. Но Евгению не повезло немножко, конечно, с сеткой, потому что по результатам жеребьевки он попал на первого сета. Все правильно делает Евгений, но игра немножко не грунтовая, надо попадать. Мандма добавляет немножко больше вращения и надежно кладет мяч в площадку. Женя все-таки мяч улетает, он уже много раз уже попал в трос. Тяжело, тяжело Жене. Но соперник тоже не всесилен. Какую-то дырка слева. Дырка слева получается. Какой-то жесткий удар соперника. Грубая ошибка в простой ситуации. Там где-то сантиметров 30-40 вал по глубине. Он как-то зажат. Как чувствует игру в такой ситуации. Взял резачком, положил по месту. Хороший, качественный теннис демонстрирует Мандма, представитель Эстонии. Александр Георг Мандма. Интересно очень. Не проходит уже не первый мяч, плосковатая подача, но это земля. Тяжело. И двойная ошибка, да, уже не идет первый мяч, подача, видимо, развалилась, нужно чуть больше вращения. Отрабатывает все, тянет,
Женя без шансов, забить не может. Хорошая работа ног Мандлы. Четко. Решил забить, но ошибся. Женя берет очередное очко. Да, интересная история. Прошла уже не первая. Укорочена. Четко играет эстонский спортсмен. Готов очень хорошо физически. Прилично демонстрирует теннис. Реально взрослый теннис. Резаным ударом играет эстонский спортсмен. Да, Женя играет на успешно. Что творит Мандма? Как четко отрабатывает. Просто фантастика. Женя без шансов. Делает обратный брейк, ведет со счетом 3-2. Они любят плевать. Девчонки черные такое делают. Столько лет уже. Не знаю, не знаю, где они правы. А вот она курпатрина. Пага-пага. Да, тяжело Жене, тяжело Жене, все делает правильно, но не повезло. Уважаемые друзья, смею вас уверить, что реально по уровню тенниса Мандма, Александр Георг Мандма, Эстония, демонстрирует, ну вот в этом турнире то, что я вижу, наиболее качественный теннис из того, что я видел. Четко по-мужски. Резаный удар шикарно. Что творится? Что творится? Великолепно. Крепкий парень. Просто по-взрослому. Четкая работа ног. Великолепно. Второй мячом вкручивает. Даже мяч срывается, тем не менее он его что-то делает. Женька играет на растяжках. Хороший стартовый рывок. Все по месту. Тяжело, тяжело. Тяжело Филиппову, но ничего не поделаешь. Слишком силен соперник. Проходит первое. Вторая безупречная. Что творится? Небольшая дырочка у Мандмы при выполнении крученого удара. Но это не сильно, это немного, это мне мешает. Хороший парень. Взрослый теннис, это взрослый, реально взрослый теннис.
Интересно, не идет первый мяч. Женя показывает, что типа была двойная ошибка, но возможно, возможно и так. Ровно? Такое ощущение, что ровно. На растяжке. Что творит? Вот-вот-вот, Женя цепляется, начинает бить, попадать, но что-то, видимо, его беспокоит, что-то с коленом. Не проходит у мамы первый мяч. Снимает скорость. Что творится? Что творится? Женька зацепил обратный брейк. Неплохо, неплохо. Гейм по три. Что-то уже не с коленом. Это нехорошо. Тяжело. Что творит Манна? Что творит Манна? Ну, творит, не творит, а Женя начинает искать свою игру. Ключевой момент второго сета, а может быть и матча. Сможет ли зацепиться Женя? 15-0, по 3, 15-0. Проходит уже первый мяч, сетка. Колено беспокоит Евгения. Видимо, что-то не так со здоровьем. Но Мандма хорош, хорош Мандма. Хороший, качественный теннис, мужской, реально мужской, не детский. Женька не идет первая. Ноги встали. Тяжело, видимо, со здоровьем все. Перебор. Заболело колено у Жени, видимо. Чувствует себя плохо, не может двигаться. Тяжело. Видимо, сейчас будет играть в один удар. 15-30. Взрослый теннис демонстрирует Манна. Взрослый теннис, такая мощь. Очень хорошо с физподготовкой у парня, с генетикой и с физподготовкой, реально. Очень высококачественный теннис. Уже у Женьки не идет первый, 15-40. 15-40, тяжело.
тянет Евгений. Мандана делает обратный брейк и везет 4-3 во втором сете. Тяжело Жене Филиппову, потому что, конечно, тяжело. Тяжело Жене. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня 13 июня 2016 года, понедельник. Матч первого круга основной сетки турнира второй категории ТЕ в городе Рига. Значит, первый круг. Возрастная категория 14 лет и моложе. Встречается Александр Георг Мандма, Эстония, против Евгения Филиппова, Россия. Александр Георг посеян на турнире под первым номером. Под вторым номером посеян Егор Агафонов, Россия. Говорит Мандма, какой качественный теннис. Не по годам. Ну, это, видимо, действительно лидер. Лидер юношеского тенниса европейского. Первый сеянный в турнире. Пошел вперед, но необоснованно, по 15. Евгений четко отработал и обвел. У Мандмы не идет первая подача по 15. Зато вторая тоже. Как он передает вращение. Одни срезанные удары. Очень качественный теннис демонстрирует юноша. Но в очередной раз хочется сказать, что Евгению не повезло с сеткой. Но европейский тур здесь уже как пойдет. Срывает Евгений удар. 40-15. Это фактически такая, в общем, тяжелая история. 40-15. Нам здесь нужно как-то как двигается Мандма, как он двигается, что творится. Что творится? Какой качественный теннис.
5-4 Мантман ведет во втором сете. При этом первый сет он также взял. И сейчас Евгений подает на то, чтобы остаться в матче. Проходит у меня первый мяч. Что творит мама? Тащит, старается тащить все. Выдающиеся физические кондиции, технические кондиции, просто выдающиеся кондиции у Мандана. Перебивает Евгений, делает свое дело. Тридцать ноль, похоже. 30-0 или нет? Да, похоже, что 30-0. Могу ошибаться со счетом. Евгений не потянул. 15-30. Резаным ударом смягчает маму. Это, в общем-то, коронное направление для Евгения, но не проходит. Слишком сильно хотел ударить и не прошел этот мяч. Ошибка за боковую линию. Видимо, двойной матчбол. Второй мяч. Резачком забрасывает манну, идет вперед. Да, юноша, видимо, проводит на корте всю жизнь, потому что занимается такими трюками. Я не знаю, не видел ни разу, чтобы так играли люди. Сбрасывали ракетку с головы и ловили ее сзади. Матчбол остается. Это был не матчбол, это ровно. Резачком сбросил, да, нужна физподготовка. Блин, нужна физподготовка на высоком уровне. Творит Манна. Евгений демонстрирует мужество и мастерство на таком счете. Великолепный теннис, ну достойный
полуфинала, как минимум, данного турнира. А это вам, друзья, всего лишь навсего первый круг. Да, иди, смотри. Похоже, ты уходил так, по ощущениям. Спорная история. Главный судья турнира Константин Засядько подошел и решил спорную ситуацию. Матчбол очередной у Александра Георга Мандена. Не идет у Евгения первый мяч. Да. Вновь резаным ударом сбрасывает на хавкорт. Женя отрабатывает как может. Держит удар Евгений. Волевые качества, техническая подготовка, все по максимуму. Ровно. Ключевой момент второго сета. 5-3. 5-3 ведет Мандена и ровно на подаче Евгения. Не торопится, мама. Принимает резаным ударом. Этот фантастический резак с открытой ракетки, он уже два раза его, то, что я видел, два раза замахнулся, резак сбросил. Фантастический удар. Очередной матчбол. Резак под право. Горка. Женя пробивает, держит мяч. Растяжках играет Мандена и забивает Евгений его. Да, просто так Филиппов не сдается.